Раз. Два. Три. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Где портфель? Когда произошло убийство? Ну, я полагаю, где-то между часом и двумя ночи. Дежурный! Ваше высокоблагородие. Ты что, спал? Никак нет. Кто приходил в номер к инженеру? Барышня Миронова. Миронова? Ты не ошибся? Миронова в 10 вечера пришла и часа в 2 ночи ушла. Уверен? Что я Анну Викторовну не знаю. Еще кто приходил? Приходила еще одна дама. Тут в гостинице проживает, но в 9:30 и была недолго. Яков Платоныч, найдена на полу. Яков Платоныч, но вы же не подозреваете Анну Викторовну. Вы не могли ошибиться во времени? Нет. Я тексты перевожу для Эрнеста Петровича. Мы с ним работаем часа по 2, по 3. Коробейников! Это Нежинский. Задержите ее и Миронова тоже. Анну Викторовну? Ну, не Марию Тимофеевну же. Слушаюсь. Вы были здесь вчера до 2:00 ночи? Почему до 2? Я пришла в 10 и через 15 минут ушла. И, разумеется, он был жив. Анна Викторовна, я вынужден вас задержать до выяснения обстоятельств. Вы меня за решетку посадите? Надеюсь, до этого не дойдет. Разберемся. Вы мне не верите? Верю, но городовой утверждает, что вы ушли из номера в 2:00 ночи. Я не могу игнорировать его показания. Синельников. Ты точно видел госпожу Миронову? Так точно. В котором часу она ушла? 2:00 по полуночи. Я ушла в 10:45, но этот господин не мог этого видеть, потому как спал на стуле. Да что вы такое говорите? Не мог я спать на посту. Разберемся еще. Свободен пока. Есть. А внизу вас кто-то видел? Нет.
За конторкой никого не было. Фила, ну, пожалуйста, соберитесь. Это очень важно. Все говорят, что я сумасшедшая, но я... Что? Что между вами произошло? Он повел себя... В общем... Он напал на вас? Нет, не напал, но он меня неправильно понял. А как вы вообще оказались у него в номере ночью? Вам непонятен вопрос? Зачем вы пришли к нему ночью? Делом займитесь. Ваш вопрос в непозволительном тоне. Простите, здесь только что убили человека. Мне не до любезностей. Просто так спрашиваете, словно вы намекаете на что-то. Я ни на что не намекаю. Вы пришли в номер в 10 часов вечера, а ушли в 2 часа ночи. Что я должен думать? Вы не смеете со мной так разговаривать. Анна Викторовна, не время выяснять личные отношения. Вы мне мстите, что ли? Вы посидите, успокойтесь пока. Поедем в управление, там и поговорим. А я никуда с вами не поеду. Ну что? Как прошло? Дорогая моя, бесценная, как вам это удалось? Вы даже представить себе не можете, чего мне это стоило. Какая красота! Это же просто прелесть. Я надеюсь, что мы с вами вне подозрений. Вы вне, а я... Что? Инженер мертв. Да что вы говорите? Какой ужас. Ужасный век, ужасные сердца. Нина, ну что вы, ну перестаньте, ну все же позади. Ниночка, ну... Здесь наедине. То есть оставьте меня здесь одну ненадолго. Пожалуйста, оставьте меня хотя бы на несколько минут одну. Хорошо, я не спрашиваю зачем. Вернусь через полчаса. Где вы? Я знаю, что вы здесь. Не прячьтесь. Явитесь мне.
Ну где же вы, Эрнест Петрович? Вам стыдно? Или вы боитесь? А вы не бойтесь, не бойтесь. Я теперь единственная ниточка, которая еще может вас связать с этим миром живых. Заканчивайте. Николай Васильевич, ну право, это странно. Мы со Штольманом договорились, что Лассаля отпускают. Но вот уже битых 2 часа, я не могу этого дождаться. Ну, видимо, формальности. Ну, какие же формальности? Ведь все уже решили. Будьте любезны, распорядитесь, пожалуйста. Виктор Иванович, не беспокойтесь. Я сейчас все устрою. Что тут у нас? Открыть. Вы свободны. Ну вот, видите. Благодарю вас. Князя благодарите, я просто делаю свое дело. А пока вы свободны. Ваше сиятельство, что случилось? Вы спросите об этом вашего Пинкертона. Арестовал Нину Аркадьевну безо всяких оснований, ссылаясь на распоряжение Штольмана. Кто такой Штольман? Прошу прощения, не арестовал, а задержал. Как? Позвольте представить вам Нина Аркадьевна Нижинская, фрейлин ее императорского величества. Рад, очень рад, чрезвычайно. Какими судьбами, то есть, простите, что все это значит? Приказ Яков Платоныча, следственные действия в связи с убийством господина Буссе. Господа, одну минуточку, я сейчас во всем разберусь. Где Штольман? Проводит следственные действия. Приказал задержать Нижинскую. Что, с ума сошел? Фрейлину? Немедленно отпустить. О, совсем без допроса, Николай Васильевич? Ведь есть основания. Какие основания? Надо допросить, иначе Яков Платоныч будет недоволен. Там, где нужна суровость, мягкость, неуместно. Надо допросить, ну, хотя бы формально. Ну, хорошо, но только быстро, быстро. Нина Аркадьевна, произошло недоразумение. Ну, раз вы уже здесь, позвольте провести с вами беседу. Просто, так сказать, выяснить кое-какие детали по делу инженера. Всего лишь несколько вопросов. Несколько вопросов. Господа, князь Виктор Иванович, я вас прошу ко мне. Эрнест Петрович, вы же здесь, здесь. Но я же чувствую, что вы здесь. Эрнест Петрович, пожалуйста, Эрнест Петрович, у меня очень мало времени. Но неужели вы не хотите хотя бы извиниться передо мной, перед тем, как уйдете? Ведь вас женщина убила. Наверное, это вас раздражает. Но признайтесь, поговорите со мной. Выплесните раздражение. Еще стремлюсь к тебе душой. Еще ловлю я образ твой. Сумраки воспоминаний. Кто вас убил?
я один. Одежды разлетелись. С покорностью я принял жребий свой. Довольно вы мне стихов читали. Скажите, кто вас убил? Еще ловлю. Я образ твой. Одежды разлетелись. Хватит мне зубы заговаривать. Вы что, ее еще больше, чем меня разозлили? Еще стремлюсь к тебе душой. Уродец. На пороге рая. Недорого берет за вход. Дешевыми страстишками играя. Мгновение блаженства продает. Что там про уродца? Я предупреждаю вас. Госпожа Нежинская будет крайне, крайне недовольна. Ничего, ссылайтесь на меня. Прошу вас. Вчера вечером я была у себя в номере. Спала. Никого не слышала и ничего не видела. А мы, в свою очередь, нашли в номере инженера Буссе мундштук. Ваш мундштук. Да. Я заходила к нему вечером и забыла у него свой мундштук. Зачем заходили? Поболтать. За это время мы с инженером стали добрыми приятелями. А после этого вы больше к нему не возвращались? Нет. Ну что ж, я не стану от вас скрывать. Нам стало известно, что инженер Буссе был поклонником, почитателем, я бы даже сказал, любителем женской красоты. Если, конечно, вы понимаете, о чем я говорю. Может быть, он вам что-то говорил о ком-то. Может быть, кого-то ждал? А с чего бы он стал делиться со мной столь интимными подробностями? Вы только что сами сказали, что стали с ним близкими приятелями, друзьями. Нет, он мне ничего не говорил. Я могу уже идти. Прошу прощения, еще пару вопросов. Имеющий терпение способен создавать из листьев шелк и мед из лепестков роз. Я не мог не заметить синяка на вашем запястье и содранную на пальцах кожу. Да, я упала вчера в номере. Вам следует показаться врачу. Мы сотрудничаем с доктором Милсом, он прекрасный специалист, он Я благодарю вас. У меня есть свой доктор. Ну вот и все. Нина Аркадьевна, пора заканчивать. Пора заканчивать. Благодарю вас за участие. Николай Васильевич, мне нужно еще два слова. Я прошу. Антон Андреевич, извольте проследовать за мной. Извините. Позволяете? Вы кем себя вообразили? Виноват, ваше высокоблагородие, но мне необходимо медицинское освидетельствование. Да вы с ума сошли. В номере инженера следы жесточайшей борьбы. А на запястьях Нины Аркадьевны синяки. Кожа на пальцах содрана. Кожа содрана. Даже не думайте об этом. Вы в своем уме? Яков Платоныч будет очень недоволен. Да я вас с вашим Яков Платонычем знаете куда? Николай Васильевич, ну, в самом деле, может быть, довольно пытать Нину Аркадьевну? Разумеется, разумеется. Нина Аркадьевна,
Простите, Анна Аркадьевна, благодарю вас за содействие. И еще раз прошу прощения за моих подчиненных. Вы свободны. Хорошо, к сотру. Прошу, господа. Анна Викторовна, можем ехать. Вы здесь? Уродец на пороге рая. Недорого берет за вход. Где портфель? Где вы его взяли? Да как из полиции вышел, мы его и приняли в тихом месте. Вам никто уже не поможет, никто вас не хватится, если вы исчезнете. Вы ведь человек-невидимка? Странно слышать такие слова от блюстителя закона. Довольно, Жан. Маски сброшены, вы знаете, кто я, а я знаю, кто вы. Здесь нет адвокатов, нет никого, кто бы оценил ваше мужество и преданность. Ни князь, ни госпожа Нежинская никогда даже не узнают, что с вами случилось. Вы не мучите себя, отвечайте. Кто убил инженера? Где портфель? Самое смешное, что я действительно не знаю ни того, ни другого. Я же всю ночь провел в участке. Выбить из него все, что можно. И отпустить. Отпустить? Возвращайтесь в столицу, оставьте все это мне. Нет, князь, я вас не оставлю. Я возьму себя в руки. Вы отправили девушку в гостиницу к инженеру Буссе. Это вопрос или утверждение? Утверждение. Неверное утверждение. Не было этого. Он заказывал девушек каждую ночь. Мне об этом неизвестно. А вы сами у него спросите. Он ведь уже
представился. Я хочу поговорить с Аглаей Львовной. Не могу вам препятствовать. Проходите, она у себя. Спросим, ждем вас, ждем. Добрый день. Позовите, пожалуйста, Аглаю Львовну. Анна? Что-то случилось? Мне нужна ваша помощь. Быстро по комнатам. Прошу вас. Где Штольман? Не могу знать. Что с Мироновой? Что? Постовой утверждает, что видел ее, выходящую от инженера, в 2 часа ночи. Должно быть, он что-то перепутал. Позвольте, я его еще раз допрошу в вашем присутствии. Это что? Что? Штольмановские штучки? Валяйте. Дежурный! Семейный ко мне! Смотри. Смотри, какой упрямый, а? Все, теперь твой человек. Мои девочки точно с этим делом не связаны. Он вызывал к себе 2 раза, это правда. Видать, еще кого нашел на стороне. Но если не ваши, то кто? Да кто угодно, мне почем знать. Еще стремлюсь к тебе душой. Да ладно, ладно. Я помню, как вы заступались за моих девушек. Есть одна. Работала у меня когда-то. Характерами не сошлись, я ее выгнала на улицу. Думала, загнется, а нет, вылезла. И даже место себе приличное нашла, где и подрабатывает по старой памяти. Девка, она видная. Где ее искать? Модистка в ателье на главной улице. Верка ее зовут. Спасибо. Да. Да не за что. Ну что, господин Буссе, молчите? Значит, маман в точку попала. Давай, дружочек, вспоминай, вспоминай. Память слабеет, если ее не тренировать. Да не что, все упомнишь. Кажись, в синем платье она была. Анна Викторовна вошла в синем платье, так? Ну да. А вышла?
коричневым. Что же, по-твоему, получается, что она переоделась у инженера, так? Да что же вы меня все сбиваете-то? Сам говоришь, что вошла в синем в 10, а вышла в коричневом в 2. Так? Так. А шляпка была? Не могу узнать. С туалеткой, может быть? Не могу знать. Могу знать. Минуточку. Синяя или коричневая? Минуточку, Антон Андреевич, голубчик. Хоть убей бог, не могу знать. Голубчик! А в лицо Анну Викторовну ты видел? Видел, когда входила. А когда выходила? Вроде нет, только фигуру видел. Да как же ты мог не видеть лица, если она выйти должна была из номера прямо на тебя? Я тебе скажу, почему. Потому что ты спал и проснулся только тогда, когда дама была в конце коридора, спиной к тебе. Спал, голубчик? Что вы собирались делать? Арестовать модистку? Я собиралась убедиться, что она там, и потом сообщить об этом вам. Что за ребячество, Анна Викторовна? Как вы только могли? Да как вы только могли подумать, что я могу человека убить? Анна Викторовна! А самое страшное, что вы думаете, будто я лгу и изворачиваюсь. Я ни на минуту не сомневался в вашей невиновности, но есть процедура. Все, я больше ни слова вам. Простите, вы можете не разговаривать со мной как с частным лицом, но как следователь вы обязаны дать мне объяснение. Хорошо. Извольте. Случайно я услышала разговор князя и госпожи Нежинской. Пошла предупредить господина инженера о том, что он в опасности. Ух, теперь-то я понимаю, конечно, что это только мое воображение. Господин Буссе меня неправильно понял. Он решил, если я пришла к нему ночью, это значит, что... Дальше. Он был пьян. Он посмеялся над моими подозрениями и... Потом попытался меня целовать. Я его оттолкнула. Поймите вы, что для меня это было полной неожиданностью. Вы не знали, что ожидать? Нет, не знала. Для меня странно, что он принял причину моего визита именно в этом свете. Да странно было бы, если бы он воспринял бы это как-то иначе. Это почему? Всякий мужчина на его месте подумал бы именно так. И вы? Вы действительно считаете, что... Что я могла прийти к нему ночью как к мужчине? Анна Викторовна, вы молодая женщина. Что странного, что вы пришли к нему как к мужчине? Я ночью. Такое, знаете, бывает. Вы меня оскорбить хотите? Да полноте. Что здесь такого? Дело молодое. Что? Это все сейчас не вы говорите. Я не знаю, чего вы там добиться хотели, но если вы своей цели достигли, я забираю вещи и уезжаю в Петербург. И завтра же вы меня не увидите. Больше никогда. Еще раз говорю, то как работает, только так и есть. Ты кому это сказал? Нормально. Ты кому это сказал? Потише, потише, потише. Хорош, потише. Но это не работа, а черти что.
сегодня ты перешел черту. Так вы давно ее перешли. По твоей милости, я испытала такое унижение. Имеете в виду драку в вашем номере? А, больно. Украшение модистка украла. А вот оно как было. Сластолюбец инженер увидел модистку, когда она принесла вам платье в гостиницу. Она хорошенькая, конечно, ему приглянулась, а вы подговорили ее, чтобы она украла портфель за вознаграждение. Что-то там не заладилось. Видимо, инженер проснулся в тот самый момент, когда она пыталась выйти из номера с портфелем. Я нашел следы крови и борьбы в вашем номере. Она прибежала к вам вся в крови, инженера. Требовала больше денег. Как еще больше? Подожди. Мы так не договорились. Я говорю, нужно еще больше денег. Убила человека из-за тебя. Вот этими вот руками, понимаешь? Убить! Мне нужны деньги. Она ворвалась ко мне. Вся кровавая, в истерике. Я думала, она хочет убить меня. Да-да, ужасная картина. Вот только... утром она пришла в себя, пришла в управление и села на малый срок, чтобы каторги избежать. Я ничего этого не знала. Конечно. Лучше бы вам отдать этот портфель. У меня нет никакого портфеля. Разумеется. Якоб, мне уже с трудом удается ограждать тебя от больших неприятностей. Да будет вам. Неужели вы думаете меня напугать? А я на твоем месте боялась бы за Анну. Твою Анну. Мою? Да бросьте вы, что вы там себе напридумывали. Тем более она уезжает. Уезжает? В Петербург, так что и говорить об этом нечего. Напротив. Анна! Анна, открой, прошу тебя! Мы должны поговорить! Да не о чем говорить! Все решено, я уезжаю! Никуда ты не поедешь! Я никогда отсюда не выйду. Ну, разумеется, потому что я тебя запру здесь. А я тогда умру. Послушай, ты можешь объяснить, что случилось? Да нечего здесь объяснять. Я просто устала от вас. Я хочу другой жизни. Анна, что ты там делаешь? Чемодан собираю. Аннет. Аннет, послушай, дорогая, так не делается. Переезд это дело очень серьезное. Мы поняли, что ты приняла решение. Ну, нужно же как-то все обсудить, все обговорить. Так скоропалительно... Дядя, забирай чемодан, ты со мной едешь. Завтра же! И нечего ухмыляться. Ну, убирайтесь. Мне надоела ваша наглая рожа. Анна! Ты с кем разговариваешь? Репетирую. Прощальный разговор с господином Штольманом. Что, уйдите вы, пожалуйста, уйдите. Я не подумаю. Мне с вами интересно. Оставь!
оставьте вы меня в покое! Аннет, мы просто хотим поговорить. Я так и думала, что все дело в Штольмане. Ну, если так, то это пройдет. Ничего не пройдет, дядя. Собирайся. Но что мы будем делать в Петербурге? Что? Это мне ты говоришь? Ты? Мы с тобой столько мечтали, планы строили. Вот. Это все из-за вас. Поступите на курсы. Выскочите замуж за какого-нибудь студентика. Потом кружки и тайные собрания. Бросите бомбу в полицмейстера. Она же вас разорвет. Слушайте, пожалуйста, оставьте меня в покое. Вы меня совершенно не знаете. Анна, милая, ну нельзя же так. Мы ведь семья. Мы тебя любим. Ну так не мешайте мне жить. Так же будет лучше для всех. Нет, нет и нет. Это невозможно, вы никуда не поедете. Да боже мой. Но в конце концов, велика важность съездить в Петербург на 2 дня. Ну погуляли бы, полюбовались бы красотами. Она первая домой запросится. А если нет? А если нет? Вот, вот, это все ваши происки. О, Господи. Маша, Маша! Не стоит так. В самом деле, запретный плод сладок. Ну, пускай попробуй. Что? Запретный плод? Столичной жизни! Госпожа Нежинская просит принять. Сейчас. Звоню в управление. Яков Платоныч! Я вас по всему городу ищу, вас все потеряли. Анна Викторовна невиновна. Прекрасно. Городовой это все напутал, он спал. Я вывел его на чистую воду. Верка убила, модистка. Какая модистка? Та, что у нас сидит? Ага. Ее подговорили украсть портфель. Но, к сожалению, нам это не доказывать. А что же делать? А давайте напишем роман в соавторстве. Интересная мысль. А в нотации скажем, что все события вымышленные, а... Совпадения случайные. А название? Смерть инженера, разумеется. Красиво. Чуть не забыл. Доктор Милс передал вам письмо. Надеюсь, ничего серьезного? До завтра, Антон Андреевич. До завтра. Смерть инженера. Ушел дьявол. Квартиру надо менять. Конечно. Но мы раньше, чем через неделю, не очухаемся. Отдыхайте, господа, вы хорошо поработали. А с кем в последнее время встречался этот француз? С князем. Хотя был один день, когда он мотался за англичанином. Опять англичанин? Имя узнали? Гордон Браун. Где остановился? Михайловская усадьба за городом. Там охрана. Однако, выздоравливайте, господа. Бар?
барышни, к вам пришли. Госпожа Нежинская. Что? Ты не ошиблась? Нет. А я не принимаю. Она ждет в гостиной. Молчи, скрывайся и таи. Простите за столь поздний визит, но у меня к вам неотложный разговор. Вы не должны никуда уезжать. Вы должны остаться.